ночь со среды на четверг Бельце засыпало снегом. К 2 часам ночи температура воздуха начала опускаться, превратив дороги и тротуары в каток. Коммунальщикам пришлось всю ночь бороться с гололедом. В первую очередь песчано-солевой смесью посыпались магистрали, по которым ездит транспорт. Затем приступили к обработке второстепенных дорог. В 4 утра к очистке дворов от снега приступили работники ЖКХ.